зритель очень правильный. Знаете, они вот именно понимают, когда хлопать, они очень так искренне реагируют, и это дает такое на протяжении спектакля очень много энергии делать больше и больше для них, потому что это всегда очень приятно, когда публика такая отзывчивая. Yeah, it was very exciting, and I feel like it was a shared moment between us and the audience that was captured, yeah, through Swan Lake. Чудесная сцена, чудесный зритель, было очень приятно выступать. Чувствовали тепло тайваньского народа, который нас вдохновлял.